тот день Леонид решил пойти в парк, чтобы заняться живописью. Но ему мешал прохожий, который пристально наблюдал за его работой. Вы так долго вокруг меня ходите. Это очень сильно раздражает. Извините, мне надо сосредоточиться. Леонид Виноградов, 21 год, студент, не женат. Не хотел вас обидеть, тем более помешать. Игорь Михайлович Анечков, 50 лет, художник-реставратор, разведен. Могу вам помочь советом, я профессиональный художник. Вот видите, здесь тень проваливается. Да, пожалуй. Могу выдавать уроки. Если хотите, конечно. Ну, не знаю. Я пишу ради удовольствия, не на выставку. Я художественную школу закончил. Только вот моя мама была против моего увлечения. Просто мой отец художником был. Они с мамой расстались. Точнее, он нас бросил. Вот, наверное, она... С тех пор художников-то и не любит. Что с вами? Вам плохо? Что такое? Да нет, 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 нет. Все нормально. Глупо все это. Надо было все сразу сказать. Лен, я твой отец. Игорь Михайлович Анечков. Что? Как так? Вы? Да, да, вот, пожалуйста, моя визитка. Если вы, отец, зачем комедию ломать было? Тень, композицию, уроки дать могу. Мне не нужен такой отец, который 20 лет ничего не хотел знать о своем сыне. Леня, все было не так. Слишком поздно для объяснений. Слышать ничего не хочу. Зачем мне теперь отец? Где он был раньше, когда я в нем нуждался? А теперь он появился и начал с обмана. А ведь сначала Игорь показался мне симпатичным человеком. Все-таки Игорь ваш отец, и он вам нужен. В противном случае вы бы забыли эту встречу и все. Не знаю. Просто он ведь нас с мамой бросил. Я не могу ему этого простить. Это только то, как ваша мама интерпретирует ситуацию. Но ведь есть еще и точка зрения отца. Она может быть абсолютно другой. Вы должны были думать об этом. Да и вообще, что вы можете знать о событиях тех лет? Я-то думал. Вот только мама. Ну, ты посмотри, что ученички-то опять. Василиса Прекрасная припала обеими ушами к земле. Анна Петровна Виноградова, 45 лет, учитель литературы, мать Леонида, разведена. А ты что сидишь мрачнее тучи? Случилось что? Мам, я поговорить хочу об отце. Как ты думаешь, он жалеет о том, что ушел от нас? Вот опять. Мы же закрыли эту тему. Нет, не жалеет. Ты знаешь, я за свою жизнь усвоила один урок. Люди не меняются. Ну, а может, он изменился, раскаялся. Ну, хорошо, допустим. Допустим, он раскаялся. Тогда где он? Почему он не связался с нами, не позвонил, не пришел навестить? Ты знаешь, люди, которые сожалеют о своем поступке, они хотя бы извиняются. Мам, мой отец точно никогда не пытался нас найти? Точно никогда. Слушай, отстань. Не трави душу ни мне, ни себе. Может быть, мама права. Она ведь знала отца, а я совсем его не помню. И действительно, если он раскаялся, то где же он пропадал все эти годы? Но теперь ваш отец появился. Не хотите ли ему задать этот вопрос? Ну, хочу. Но не могу себя пересилить. У вас есть возможность узнать правду. Но вы этого не хотите. Ваши личные впечатления от недолгого общения с отцом вполне приятные. Ваша мама утверждает, что он плохой. А не легче ли, выслушав обе стороны, составить свое мнение об отце? После долгих колебаний Леонид решил последовать совету психоаналитика и договорился с отцом о встрече. Здравствуй, Леня. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Простите, в прошлый раз поговорить так не получилось.
Я готов. Задавай вопрос. Я хотел спросить, где вы пропадали все эти годы и почему вдруг решили меня найти? Лёнь, ну давай, во-первых, на ты. Я все-таки твой отец. Да ну! Если вам интересно, то у всех моих друзей были полные семьи. А я? Знаете, каково это чувствовать себя без отцовщиной? Лёнь, я 20 лет вас искал. И нашел только сейчас. А зачем вообще надо было уходить? Зачем было нас бросать? Я виноват перед твоей матерью. Но я у нее просил прощения несколько раз. Но она вычеркнула меня из своей жизни. Она уехала и не оставила адрес. Правда? Правда. А мне она говорила, что ты никогда не пытался нас найти. Она мне говорила, что ты меня ненавидишь. И при встрече порвешь на куски. Но это будет трудно сделать. Мам, тут такое случилось. Меня нашел отец. Как это он тебя нашел? Через интернет. Ну, ты же знаешь, в социальных сетях имя и фамилия известны. Найти легко. Вот он написал о себе, признался, что раскаивается. Я и подумал, может, нам имеет смысл всем втроем встретиться. Все-таки он мой отец, в конце концов. Нет, этого не будет никогда. Я запрещаю тебе общаться с этим человеком, слышишь? Надо же иметь гордость. Он ничего не хотел о тебе знать и вдруг вспомнил на старости лет, что у него сыночек имеется. Нет, я не позволю. Пообещай мне, что ты прекратишь эти отношения. Ладно, ладно. Я обещаю. Сядь, пожалуйста, успокойся. Я тебе чаю налью. Выпей чаю. Садись, садись. Такие дела. Хотел тебя в гости пригласить, но пришлось маме пообещать, что больше с тобой общаться не буду. Значит, соврал своей матери. Да. Только знаешь, рано или поздно все становится известно. Пару лет назад у меня была девушка, Лена. Так маме она сразу не понравилась. И что? Мама никогда не передавала, что Лена звонила. А однажды от моего имени ей гадости наговорил, да еще и сказала, что я с ней встречаюсь только из жалости. И вы расстались? Да, все закончилось. И только этим летом мы с ней случайно встретились и поговорили на чистоту. Но поезд уже ушел. Ложь меня напрягает. Достало все. Давай хотя бы с тобой общаться честно, без вранья. А? Согласен. Обещаю тебе, так оно и будет. Слушай, Ленька, ты не знаешь, здесь есть какая-нибудь кафешка? Пойдем посидим, а то я что-то себя неважно чувствую, холодно. Давай, там есть, у перекрестка, неплохое. Пойдем? Пойдем. Леонид заметил, что мама догадывается о том, что он встречается с отцом. Так, ты куда это собрался? К Денису. Он мне обещал помочь чертеж доделать. Я только что звонила Денису, он на турбазе и будет только завтра. Ты с каких это пор начал мне врать? А с каких это пор ты за мной шпионишь? Ты как с матерью-то разговариваешь? Как ты того заслуживаешь. И вообще, я не позволю тебе больше вторгаться в мою личную жизнь. Я совершеннолетний. У меня своя жизнь. И вообще, не твое дело куда идти. После института Леонид должен был ехать на встречу с отцом, но увидел его на автобусной остановке. Игорь спорил с незнакомым человеком. Ты наладил отношения с парнем? Наладил. Ну и как он к тебе относится? Андрей Баранов, 51 год, врач-гематолог, друг Игоря Михайловича Аничкова. Разведен. Очень хорошо. Так чего ты тянешь? Почему ты не поговоришь? Ну подожди, ну рано еще, рано. Да не рано, это я тебе как врач говорю. Слушай, Андрей, ну не лезь ты в мои проблемы. Тут ты забываешь, что и мои тоже. Может, мне с ним поговорить? Не надо. Мне пора вообще. Но... Ладно, позвони, как у вас с ним пойдет. Хорошо. Ну, здравствуй.
папа. Леня, а я сейчас вот еду с тобой встречаться. Объясни, пожалуйста, что это значит? Я-то думал, у тебя действительно ко мне отцовские чувства всколыхнулись. Оказывается, корыстный интерес? Что-то потребовалось. Только вот дудки больше меня не проведешь. Леня, послушай, я тебе хотел позже объяснить. Нет, это ты меня послушай. Обещал общаться без вранья. Я же тебе все рассказываю. Все, а ты с самого начала мне врал, так? Леня, я хотел, чтобы ты меня узнал получше, это правда. И что ж ты хотел у меня попросить? Что за страшная тайна? Хотя нет, ничего не хочу слышать. И вообще не хочу с тобой говорить. Хватит с меня такого общения. Леня, это вопрос жизни и смерти, Леня! Леонида разыскал отец, бросивший семью 20 лет назад. Он решил не встречаться с человеком, который, по словам матери, столько лет ничего не хотел знать о сыне. Отец уверил Леонида, что это мать вычеркнула его из их жизни. Чтобы разобраться в истории взаимоотношений родителей, Леонид стал встречаться с отцом втайне от матери. Однако вскоре он понял, что интерес отца к нему был далеко не бескорыстный. И что получилось? Я общался с отцом. Почти поверил в его искренность и порядочность. С матерью разругался из-за него, врал, чтобы не расстраивать. А папочка оказался хорош. Объявился только из-за того, что ему что-то от меня надо. И кому вообще можно верить, если оба моих родителя... Верить можно только себе, своим знаниям, чувствам, ощущениям. Но вы опять совершаете всю ту же ошибку. Не дослушав отца, вы делаете вывод. Не поняв причин, не сопоставив две точки зрения, вы никогда не узнаете правду. Не знаю, как так получилось. Захлестнули эмоции. И даже слова вашего отца о жизни и смерти не показались вам значительными в сравнении с чувством обиды. Да, но ведь он обманул меня. Почему... Сразу не сказал, зачем приехал. Так было бы честнее. А вы уверены, что вы не отказали бы ему в просьбе, если бы он обратился к вам в первый день знакомства? И вообще, если хотите честных отношений, расскажите все об этом маме. Леонид понял, что был неправ, и решил объясниться с отцом. Отец? Да, я. Нам все-таки надо с тобой объясниться. Давай встретимся еще раз. Привет. Привет. Извини, в институте задержали. Я уже думал, что ты не придешь. Да ты что? Я же обещал. Так, что ты хотел у меня попросить? Леня, я серьезно болен. Мне нужна пересадка костного мозга. Андрей, которого ты видел, это мой давний друг, а теперь еще лечащий врач. Что? Ты это серьезно? Да. Он считает, что только ты можешь стать моим единственным донором. Ну, так получилось, что из родственников у меня никого нет. Только ты можешь мне помочь, да и то это все без гарантии. Отец, прости, только и ты должен меня понять, что я должен чувствовать. Все это время тебя не было рядом, а появился ты только тогда, когда речь зашла о твоем собственном здоровье. Прости, что все так получается, но видит Бог, я не хотел. Но если ты откажешь, я тебя пойму. Нет, я не отказываю. Пока. Только мне надо подумать. Я сам тебе позвоню. Хорошо? Хорошо. Все. Хочу спросить у тебя серьезную вещь. Ну, говори. У меня есть возможность стать донором. Кровь сдать? Хорошее дело. Нет. Костный мозг. Это зачем? Не бойся, не бойся, это безопасно. Вначале кровь сдам, потом, если все пройдет как надо, тогда костный мозг. Пойми, если все пройдет как нужно, это спасет человеческую жизнь. Мальчик мой, мне страшно.
Ну, я тобой горжусь. А кому пересадят этот костный мозг? Не знаю. Донорство анонимно. Ну да, я тоже в студенческие годы кровь сдавала и тоже не думала, кому. Так, ну вот. Теперь сейчас кровь протестируем на совместимость. И станет ясно, быть тебе донором для отца или не быть. Вот. Ну что, морально будь готов к общему наркозу. Ну и сутки у нас в стационаре. Скажите, отец говорил, что вы знакомы с юности. Да. А вы не можете сказать, что у них там произошло с мамой? Я сам как догадаться не могу. Ну, это старая история. Ты знаешь, ты лучше отца спроси. Не хочу обсуждать чужую жизнь. Одно могу сказать, что отец твой много раз пытался помириться с твоей матерью. Много лет за ней ходил. Пока вы не уехали в другой город. Так что... Понятно. Ну ладно, да. Спасибо. Да, давай. Пойду домой, звоните. Звоните. Все, звони. Хорошего. Мама! Звонили из больницы. Тест положительный. Я могу быть донором. Ой, сынок, ты хорошо подумал. Как-то страшно. Все-таки это не кровь сдавать. Под наркозом и потом еще 2 дня на обезболивающих. Может, ты откажешься, а? Мама, я твердо решил. И хочу, чтобы все было по-честному. Ты должна знать правду. Человек, которому я даю свой костный мозг, мой отец. Я как чувствовала. Мама, у него серьезное заболевание крови. А мне? Он мало крови попортил. Теперь он решил за тебя взяться, да? Решил сына у меня отобрать. Мам, ты о чем? Чтобы отец не совершил это в прошлом, и тебе лучше его простить. Ну а я сам буду решать, помогать ему или нет. Два месяца Леонид с тревогой ждал результатов пересадки. Наступил день, когда его отца перевели в обычную палату. Я вот тут себе чайку принес, тонизирующего. Спасибо. Хочешь, в следующий раз варенье принесу? Мама из облепихи вкусное варит. Ты лучше мне в следующий раз маленький стаканчик мороженого принеси. Что-то мне сладкого захотелось. Хотя я никогда его не любил. Да ты что? Неужели аппетит возвращается? Это же хороший знак. Ой, вкусно. Дай поставлю. Доктор сказал, что активно иду на поправку. Мама как? Хорошо. Вот концерт со своим классом к празднику готовит. Слушай, пап, скажи, вот неужели ты совсем не держишь на нее зла? Нет, сынок, не держу. Ты знаешь... Она может обижаться, сколько хочет. Ты знаешь, все время думал, сколько ж можно не принимать раскаяние. А потом с этим смирился. Когда столько времени находишься на грани жизни и смерти, понимаешь, что все, сынок, суета-сует. Ты бы хотел снова ее увидеть? Конечно. Ты даже не представляешь, как... Она не захочет. Ну, это можно устроить. Пап, теперь можно навещать. Он все еще носит маску, ну, медицинскую, чтобы инфекцию не подхватить. Но уже уверенно идет на поправку. Мам, давай его навестим. Зачем? Мам, ну пойми, 20 лет прошло. Ну, сколько можно злиться? Не знаю. Ну, может, ты и прав. У меня выходные, кажется, свободны. Здорово! Что ему можно поесть принести? Папа, встречай гостей! Подождите, а где Игорь Анечков, пациент, который здесь лежал после пересадки костного мозга? Анечков? Да. А так ему доктор еще утром разрешил выписаться. Он и уехал. Зинаида Павлова, 33 года, медсестра. Замужем. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Он не оставлял никакой записки. Нет, собрал свои вещи и ушел. Ну вот видишь, убедился. Он с тобой поступил так же, как и со мной. Воспользовался и
Сейчас. Урод. Леонида разыскал отец, бросивший семью 20 лет назад. Он убедил сына, что на самом деле мать сама вычеркнула его из их жизни. Вскоре Леонид узнал, что отец болен, и ему нужна пересадка костного мозга. Втайне от матери Леонид согласился помочь отцу и стал для него донором. Операция прошла успешно. Когда отцу стало лучше, Леонид уговорил мать навестить бывшего мужа. Однако, когда они пришли, в палате его не оказалось. Я вообще жалею, что он появился в моей жизни. Мама права. Получил то, что хотел, и сразу же исчез. Не стоило ему верить. Вы пытались разыскать отца? Несколько раз ему звонил. Сам не знаю, зачем. Вам не хватает ясности. А ясности в этой ситуации очень мало. Выписка вашего отца произошла очень неожиданно. Вы говорили с лечащим врачом? Нет. Я перенервничал из-за его исчезновения. Даже не подумал об этом. Опять вы поддались эмоциям. И наверняка не подумали, что будь ваш отец на самом деле циником и обманщиком, он бы прошел курс лечения до конца и только после этого уехал. Да, действительно. Вам необходимо для собственного спокойствия раскопать эту историю до конца и потом уже делать выводы. Андрей, извините, отчество вашего не помню. Леонид. Подождите. Не ожидал вас здесь увидеть. Скажите мне, почему мой отец так неожиданно выписался? Он ведь еще не прошел курс лечения до конца. Это что, сговор? Нет. Игорь сам настоял. Сразу после того, как его бывшая жена его навестила. Жена? Да. То есть моя мама? Они что, с ним виделись? Ну да. За день до выписки. Так. Ну что, вот ты практически здоров. Хоть завтра домой. Правда, бесконтрольных анализов нельзя. Недельки 2-3 еще побудешь под наблюдением. То вдруг осложнение, а так будет надежнее. Наверняка. Аня, не может быть. Как ты хорошо выглядишь. Оставь свои комплименты для других. Анечка, подожди, послушай. У меня мало времени, так что слушать будешь ты. Оставьте нас, пожалуйста. Не прощай. Я слышала от врача, что ты уже здоров. Если ты меня уважаешь, ты немедленно выпишешься отсюда и оставишь нас в покое. Может быть, не так поспешно. Ты уже и так получил от Лени гораздо больше, чем заслужил. Если ты помнишь, ты когда-то обещал мне, что сделаешь для меня все, что я попрошу, так вот я тебя прошу, чтобы завтра тебя уже не было в этой палате. Переубедить его не удалось. Сейчас Игорь живет у меня. Хотел из города уехать. Ну, этого я ему не позволю еще недели две, как минимум. Ну, а потом пусть едет. Отведите меня к папе, пожалуйста. Ну, привет, привет. Леня. Привет, пап. Привет. Как ты сюда попал? Так просто ты от меня не отделаешься. Как ты себя чувствуешь? Да ничего, поправляюсь потихонечку. Хорошо. Пап, я очень много думал и понял, что от недомолвок нет ничего, кроме вреда. Поэтому я тебя прошу, пожалуйста, здесь и сейчас, расскажи, почему ты расстался с мамой. Хорошо. Лень, там есть мешочек на диване или за диваном. Вот этот? Да. Вот это то, что я твоей матери писал, а она мне регулярно отсылала обратно. Можно посмотреть? Конечно. Я реставрировал фрески в Тобольском Кремле. Дело это кропотливое, долгое. Там я познакомился с научной сотрудницей музея. Ну,
как тебе сказать, когда долго без семьи, а у нас общее дело, общие интересы, но мы сблизились. Я позвонил твоей матери и сказал, что ухожу от нее. И от меня. Через 2 месяца мы поняли с той девушкой, что ошиблись. Я вернулся домой, вымаливал прощение у твоей матери, но она меня не простила. Сказала, что беременна. И не хочет, чтобы у ее ребенка был такой отец. Смотрю я на вас и удивляюсь. Ведь это все бред. 2 взрослых людей. Один договариваться не умеет, а другая прощать. А ведь и у вас может все наладиться. Так, давай, одевайся, пока я такси вызываю. И мешочек свой не забудь. Мама? Что? Ты зачем его привел? Эта дверь сейчас будет заперта. Теперь отсюда никто не выйдет, пока оба моих родителя не объяснятся и не простят, наконец, друг друга. Идите в гостиную, а я пока стол к чаю накрою. Бывает, что представление человека о мире складывается не из собственного опыта, а из опыта и мнения других людей. Так жил и главный герой нашей истории Леонид. Если его мать считала отца Леонида подлецом, то так же считал Леонид. Хотя не знал не только отца, но и историю их отношений с матерью. Пытаясь понять отца, Леониду пришлось учиться самому анализировать информацию и определять свое отношение к происходящему. И теперь, я надеюсь, он понял, что отношение к событиям и людям нужно основывать только на личном опыте и собственном анализе происходящего.